Полицейские накрыли ОПГ, члены которой готовили наркотик на стекольном заводе в Челябинской области. Наркодилеров задержали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и полицейский спецназ «Гром». ОПГ состояла из 3 жителей Екатеринбурга. Они через интернет-магазин под названием известной торговой сети сбывали смертельное зелье. ОПГ действовала ровно год. В январе 2019-го ее участники приобрели оборудование и реактивы для производства отравы. Готовили ее на территории бывшего стекольного завода, что в поселке Воздвиженка Каслинского района Челябинской области. Изъято чуть более 2 килограмма белого порошка и 1 килограмм наркотического вещества. На незаконном бизнесе приятели успели нажиться на сумму почти в 10 миллионов рублей. На выручку от наркоторговли приобрели «Инфинити» и недвижимость в Крыму. Сейчас возбуждено уголовное дело. Криминальным товарищам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.